Приветствую, друзья. У меня здесь в одном из роликов спрашивали про вот эту тележку. Да, взяли мы себе такую вот тележку четырехколесную. Ручка, передний мост вот такой поворотный. Плюс она еще как самосвал. Вот так можно сваливать. С нее что-то. Песок там что-то. То, что возит. Здесь застежка. Все. Но мы использовать ее будем, конечно, для пасеки. Вот магазин. Сюда входит идеально. Все. Вот так вот. Четыре ведра тоже ставили. Отлично. Выдерживает 4 ведра с медом. Без проблем везет. В общем, вот такая. Колеса надувные с камерами. В общем, отличная, нормальная тележка.